А сколько языков вы знаете? Ой, индонезийский, конечно, да. Раз. И балийский. Два. Английский. Три. Да. И чуть-чуть русский. Четыре. Обалдеть! Да. Супер, супер, классно. Да, да, вот так. Ну тогда четыре, да. Ну, четыре языка, таки, да. Круто. Спасибо. А вы все из России, да? Да. Или из разных стран тоже? Да? Очень хорошо, вот группа таки, да. Вот, это символ гармонии. Да. Символ гармонии. Я обожаю очень. Так. Но вчера сказали, сколько из 13 стран, да? 17. 18 даже. Ну, 18 с вами, а так-то 17. Раз тебя посчитали. Да, да. Нет, почему я так скажу? Потому что на Бали у нас есть концепт тоже. Как вы знаете, тут наиболее индуисты, да, по религии, да? У нас есть концепт, называется «Три хита карана». Хорошее, да, имя? «Три хита карана» — это, значит, три разные гармоничные отношения. Вот первый — это гармоничное отношение между человеком с Богом. Потом второй — это между человеком с людьми. А третий — это между человеком с природой. Вот духами, животными, да. Да, это здорово. Всем благодарим. Всем уважаем, да, чтобы всем довольны. Когда всем довольны, это, как говорят, гармония. Да, гармония, да. Ну, как тут на Бали, может быть, уже видели, да, корзину, как вам рассказал, да, на да. земле, такие, да, и в поклонении, в храме. Это подношение, которое называется Чанан Сари. Чанан Сари. Они делают из, знаете, молодой лист кокоса, и тут такие квадратные или кругленькие, потом цветочками, разные цветы. Обычно франджипани, которые как вам давали в аэропорт, да, вот, еще франджипани, да, или магнолия, по-вашему, да, у нас тоже разные цветами. Еще есть у нас гортензия, бархотция, да, вот, или как по-вашему, черный плит. Бархотя. Еще разные цветы обычно, как называется, бальзамин. Бальзамин, да, разные цветы тоже. Это мы делаем каждый день. Да, каждый день. Каждый утром, днем и вечером. Но обычно кто могут, три раза в день. Три раза в день. Если не могут, тогда можно один раз утром или вечером, или днем. Или два раза, вот так. Чтобы искренне делать, искренне. Это символ нашей благодарности. Богам, предкам и духам. Вот. Три разные. А если это духам, тогда на земле обычно. Если богам и предкам, наверху. Если это духам, даже с сигаретом обычно. Да. Сигарет. Ну, еда — это нормально. Рис обычно, хлеб или печенье. Да. И тоже обычно наливают алкогольный напиток. Это духам. Которые у нас на Бали из черного риса. Называется брам. Брам. Да. Вкус — это похоже на браску. С газом. Да. Сладкий, слабый, вкусно. Около 9 градусов. Да. Брам называется. А есть из риса, который прозрачный. Как водка похожая. Но не так крепкий. 40 градусов. Да. Называется арак. Арак. Рисовый арак и кокосовый арак. Ну, наливает обычно чуть-чуть, не так много. Да. Это духам. А если богам, обычно фрукты, рис, да. Цветы — это обязательно. А еще обычно добавляет, ну, ставит арома палочка, как благовоние. Да, греться огнем, чтобы запах такой приятный. Да, сами выбираем, конечно, что нам нравится. Можно запах жасмина, или еланг-еланг, или чампа, это балийские цветы у нас. Или франджипани, или лотос, да. Это каждый день, да. Если не могут они делать для себя, тогда покупать можно, уже готов. Да, магазины или на рынке продаются тоже. Чанан Сари.